71 субъект Российской Федерации, более миллиона участников вышло на старт 31-й всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013». Омская область не стала исключением. Более 7 тысяч жителей нашего региона приобщились к этому празднику спорта и здоровья. С каждым годом данное массовое мероприятие привлекает все больше мужчин и женщин, детей, ветеранов спорта, профессионалов и любителей на участие в этом замечательном празднике. Я от всей души поздравляю вас с началом мероприятия. Желаю всем крепкого здоровья и успехов. Удачи на лыжне! Одной единой лыжней России опоясана наша страна от Дальнего Востока до Калининграда. Жители нашего региона, как всегда, одни из самых активных. Все больше омичей выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них участие в этом празднике бодрости и здоровья – добрая традиция. Мы участвуем уже 6 лет. Вот ребенку 6 лет, мы здесь 6, начиная с коляски, мы принимаем участие всегда. Ну так, любители, не профессионалы. Тебе нравится? Да. 5 километров честно пробежал, как он говорит, не подрезал там нигде ничего. Ну, устал, ну, не самый последний прибежал, где-то в середине. Вот он первый год на лыжах у нас, мы довольны. Лыжня России проводится ежегодно с 1982 года, и всегда это большой зимний праздник. Забеги на 5 и 10 километров. Чем больше дистанция, тем жарче борьба за лидерство. А конкуренция высока. На дистанцию в 5000 метров вышло 1766 участников. 10 километров решились преодолеть 2828 омичей. Праздник на высшем уровне, все прекрасно, погода способствует настроению. У девушек на высшую ступень пьедестала поднялась Татьяна Полукарова. У юношей быстрее остальных оказался Павел Грищенко. Раньше тоже участвовал, всегда. Но в этом году лучше всего выступил. Доволен, конечно. У женщин первой к финишу пришла Оксана Усатова. Среди мужчин в четвертый раз в истории омской лыжной гонки с золотой медалью уходит Юрий Куниевский. Достойные соперники есть. В том году, например, был уже где-то 7-м. В этом году получилось выиграть. Победителей наградили медалями, дипломами и памятными призами Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Но, как показывает практика, на лыжне России метры и секунды не главное. Важнее, что это событие объединяет людей вокруг идеи здорового образа жизни, дарит им заряд энергии и стремление к новым достижениям.